Всем доброе утро. Хотя для меня полный шок. Такого у меня не было вообще. Вчера здесь стояла около этих инкубаторов, слышала писк, но я думала... половица скрипит, еще думаю, как странно, как будто пищит цыпленок. Вы посмотрите. Я этот инкубатор выключила дня два назад. Я еще подождала. 14-го у меня должны были они вывестись. Я еще подождала пару дней и выключила. Но он пищит и шевелится. А сегодня 18-е. Это получается, вчера было 17-е. Значит, точно у меня, наверное, в этом инкубаторе был недогрев. А я не увидела. Хотя по гигрометрам, по датчикам все было нормально. Ну-ка, по крайней мере, мне так казалось. Нет, но эти даже вообще холодные. Слушайте, ну сколько я инкубировал, такой у меня первый раз. Ой, я даже не знаю, что делать. Состояние у меня просто шоковое.